Это снова Дезерне, это 21-я часть летсплея, и сейчас мы посмотрим, что у нас тут происходит. Меня не было примерно 2 дня, и насколько я вижу, все даже на месте. Вот мои шкурки, которые наконец досушились, я могу спокойной душой выгрузить. Выгрузить еду обратно на стол и добавить Heart Secret такого человека, как Федор Сумкин с форума. Но он что-то не работает, похоже. Сейчас мы этот вопрос выясним. Все-таки я у него спросил Heart Secret, вот он. Точнее, он был введен в то время, пока запись стояла на паузе, но в итоге мы можем кинуть пати Федору и посмотреть, где он находится. Это, судя по всему, где-то запад и север. То есть, к сожалению, именно та часть, откуда я уплыл. Вот. Точнее, запад и чуть-чуть севернее. Поэтому мне придется плыть обратно туда, откуда я в прошлый раз уплывал. Я думаю, я посмотрю по карте какой-нибудь более интересный путь. А пока я попробую организовать себе рюкзачок из тех шкурок, что я тут нашел. И, соответственно, мне нужно прибарахлиться немного курьезами, потому что у меня сейчас пустой стадий, а опыта не так уж и много. Сразу возьму такой навык, как Laser Working, если найду его, конечно. Сколько я помню, говорили на форуме о том, что я не прав, когда я писал в гайде, что для Laser Working'а для обработки кожи нужно Animal Husbandry. Сейчас мы это и проверим как раз. Да, и похоже, действительно человек прав оказался. Ну, я это признаю. Я не все это знаю так хорошо, как хотелось бы. Этот навык нам нужен для того, чтобы уметь делать вот такие вот тазики, Tanning Tub. И сейчас мы пойдем займемся дублением кожи. На это нам еще понадобится ведро. В принципе, я думаю, можно, раз уж я решил не обосновываться на этом островке, растянуть личник как-нибудь более грамотно. Но не факт, что у меня хватит опыта, к сожалению. Да, похоже, не хватит мне немножко опыта для того, чтобы натянуть его на отмель с другой стороны. Но я думаю, пока мы будем бегать туда-сюда с тазиками, у меня опыт как раз придет для этого. Мы с Федором тут немного подумали и решили, что я все-таки к нему сейчас плыву, а не занимаюсь дублением кожи, поэтому собираю я все манатки свои и выдвигаюсь вперед. Так вот, куксу выбрасывать не стоит. Выдвигаюсь навстречу приключениям. Хотя он, скорее всего, сейчас как раз ушел спать. Но я примерное расположение знаю. Сейчас просто выдвинусь приблизительно в том направлении, куда мне нужно двигаться. Сейчас на повестке дня у меня при путешествии раздобыть стрекозу, возможно, пограбить еще муравейники, как я, например, сейчас это сделаю, потому что у меня есть много еды, и даже если меня муравьи понемногу кусают, мне это только на пользу, я быстрее от этого голодаю,
и, соответственно, могу больше еды съесть. Здесь смотрю, какая-то твинка-битва была, поэтому есть несколько скелетов. Вау, бинго. Курьезами мы обеспечились, отлично. Нашли сразу муравьиную королеву, муравьиную императрицу, муравьиного солдата. Все это даже неплохого ку. И это замечательно на самом деле. Но все равно нам надо искать дальше кости, надо искать дальше крапиву, потому что надо доделать крапивную одежду и не забивать инвентарь лишней травой, которая сейчас просто лежит без дела.